Всем привет! Как тут лучше будет видно? Сейчас буду упаковывать букеты из мыла, который у меня есть, пакетики, чтобы у меня было все готово сразу для отдачи, для того, чтобы просто человек приехал, потому что много людей просто, получается, приезжают и забирают. Не по предзаказу никак, а просто на месте выбирают, и поэтому не хочу в торопях что-то делать, что-то паковать в торопях, как-то, чтобы было криво-косо. Хочу, чтобы все заранее, все было запаковано. Так, вот здесь у меня, это я сама сделала, такие наклеечки, мыло. Потому что у меня есть еще такие же точно розы из шоколада. Вот, на шоколаде пишу шоколад, на мыле мыло. Ну, логично, да? И вот таким образом уже я закрываю. И дальше расправляю букетик, вот, чтобы у меня все было готово, красиво готово. Ну и заодно покажу сейчас, какие у меня еще есть букетики в наличии. Так, вот, например, вот такие вот. Они, конечно, поменьше немножко. Ну, посмотрим, уйдут, не уйдут они. Так, тоже вырежу я, пока сюда буду складывать, наклеечку тоже я вырежу, что это мыло, чтобы мне и другим не путаться. Сейчас еще жду, определяются с заказом, с большим у меня для детей. Посмотрим, что они выберут. Меньшится между мылом и шоколадом. Даже не знаю, что сказать. Что лучше, действительно, мыло либо шоколад, потому что и то хорошо. Вот. Шоколад вкусно, красиво. А мыло красивое и полезно. Вот. Клею. Сначала клею этикетку, а потом уже просовываю букет. Почему? Потому что потом, когда букет я просуну, сейчас уже букет будет объемный. И не так все легко сделать с приклеиваем не наклеечки. Так, сейчас я уберу вот этот скотчик маленький, наверное, потому что мне его пока не надо, чтобы он у меня тут не мешался и не терялся. Так, и вот захватываю все краешки свободные пакета и склеиваю. Все, вот он красивый букет, довольно-таки неплохой, просто не роза, а так вот несколько у меня таких букетов есть. Я их, наверное, более бюджетно сделаю, хотя не факт, может быть и нет. Так, вырезаю опять просто ножницами, не знаю, может какой-то другой способ есть вырезать эти наклейки, у меня не очень ровно получается. Вот пакет опять-таки беру, наклеечку наклеиваю. Ну, это у меня не разделенные наклейки, прям на целый лист они напечатаны на 4, не по кружочкам, а целиковый лист. Вот я их приклеиваем. Все. Мыло аккуратненько по опять-таки по задней стеночке, если у меня там открытое мыло, так чтобы у меня оно не касалось пакета. Почему? Потому что иначе пакет будет извозиться. Да, вот так вот сделаем, наведем резкость. Вот оно. Так. И все, запаковано довольно-таки тут быстро. Я уже приноровилась. Угу. Так, следующий вот такой вот есть букет. То же самое. Начинаем с того, что наклеечку делаю. Можно, конечно, сделать на сам букет. Дальше. Пакетик. Просто хочется разнообразие показать, выбор какой у меня есть на данный момент.
естественно, все это как бы нестабильно, если можно так сказать. Потому что, ну, кто-то покупает, опять-таки. Ой, я не так, да, приклеила. Наверное, уже все. Невозможно клеить. Ну ладно. Пусть будет с другой стороны. Не увидел, где открывается. Так. Расковываю. То есть кто-то, например, пришел сейчас и взял 5 букетов, или 2 букета, или 10 букетов. И уже ассортимент меньше. Соответственно, уже не все в наличии, как на данный момент. Обычно я там говорю, вот на данный момент вот так вот дела обстоят. То есть через какое-то время, возможно, будет что-то по-другому. Вот, букет все тут упакован. И нисколько это не портит его. Так, следующий вот такой букет. Очень красивые розы. Опять-таки нарезаю. Кружочки. Надо было мне их, конечно, нарезать, но они могут потеряться, если я их нарежу. А так вроде в одном месте, теряться им некуда. Вот у меня загибается травочка, или сразу ее можно рукой делать. Либо потом чем-то длинненьким, да? Стараемся максимум все сделать, расправить сразу же. И вот клеевым слоем запечатываем все. И расправляем сам пакетик, чтобы все было классно. Так, следующий такой вот букет. Тюльпанчики. Наклеечку. Так, ой-ой-ой, пакет. Убираем. Так, и вот такое вот, соответственно. Так, просовываю все, чтобы у меня красиво. Смотрю, чтобы ничего не мялось, не ломалось. Желательно приклеивать, конечно, к клеенке, к пленке, да, не к бумажным никаким носителям, иначе все порвется там. Так, вот красивые у меня тоже. Но они все красивые. Но есть какие-то любимые, например. Размещаю красиво в ведерке, чтобы у меня тут не только они были упакованы красиво, но и красиво стояли и радовали глаз, пока я все это делаю. Так, вот нежный цветочек. Букетик. И вот еще один. Вот. Сейчас все это запакую в красоту. И перейду к следующему.